вход направо, основная тропа через Тисовую рощу, и также выход, завершающая кольцевая будет, выход налево. Леонид Зайко знает на Петрова каждый уголок. Говорит, природа острова покорила его сердце. И он такой не один. Бригада студентов приехала в этом году в Лазовский заповедник, чтобы помочь в обустройстве экотропы Петрова. Главная цель, чтобы туристы шли не по заповедной земле, затаптывая краснокнижные цветы и кусты, а по специальной деревянной дорожке. У нас здесь работает студенческий отряд «Тигр». Он хорошо начал свою работу 2 года назад в Сихоталинском заповеднике. И специализация была на обустройстве экологических троп. Студенческий отряд «Тигр» был создан в 2014-м, чтобы благоустраивать заказники и нацпарки. Обычно в нем работает не больше 20 студентов, отбирают кандидатов со всей России. Живет отряд в полевых условиях. «Тигриный день» начинается рано утром. Сначала завтрак, потом построение, инструктаж, распределение задач. Ну а затем на лодках дружно они отправляются на остров. И вот здесь начинается основная работа. Весь день на Петрова не замолкает звук пил и молотков. Почти 2 километра – такова длина уже сделанной тропы. На ней студенты выравнивают полотно, устанавливают информационные щиты и маркируют маршрут. Кроме этого, в Тисовой роще укладывают еще 200 метров новой тропы и оборудуют 2 смотровые площадки. Но ребята успевают не только работать, но и собирать интересные рассказы об острове. Остров Петрова окутан разными легендами. Одна из них – вот этот источник. Говорят, если выпить этой воды и загадать желание, оно непременно сбудется. А после трудного рабочего дня все студотрядовцы собираются вместе, играют в волейбол, встречаются с интересными гостями и делятся впечатлениями за день. После работы, в общем, у нас есть костер. То есть костер без гитары – это не костер. И каждый вечер мы поем песни. Ну и в свободное время играем в волейбол, в футбол играем. В общем, очень здорово. И тигру ног мои сели. Так душевно заканчивается каждый день у тигриного отряда. Песни у костра, искренний смех и разговоры на ночь. За месяц работы складывается не только команда, но и дружба на годы вперед. Нелли Булатова, Денис Русаков, «Панорама».